Всем привет! Сегодня хочу с вами набрать сентябрьскую мыльничку. Реабилитируюсь за мыльничку августа. Мыльничку августа я не набирала. Ну а сентябрь, конечно же, все уже идет своим чередом. Ну, всегда, как всегда, да, начнем с хозиков. Так, для посуды. Для посуды я беру вот такой вот. Хозик — это на основе кокосового масла хозяйственное мыло для мытья посуды. Хендмей, ручная работа. Сейчас я его открою. Вот такой вот кругляшек. Немножечко, конечно, сначала неудобный. Ну, а потом пахнет мятой. Оно с ментолом. Очень приятно пахнет мятой. Так, дальше. Вот такая вот у меня будет прилипушечка. Так, у меня все мылки будут для мытья посуды. Хозиков для стирки я не набираю. Я все стираю туалетным мылом. Ну, как я особо так и не стираю, в принципе, руками. Вот такой вот. Это щедрик. И дива. Дива у нас жасмин. Я уже делала обзор на мылки Дива. В общем, они не особо, у них приятный аромат, но для посуды пойдет. Тем более, что у них очень хороший состав. Там нету химии всякой, оно более-менее такое натуральное. В общем, вот такая вот будет прилипушечка. Видео с прилипушечками я обязательно сниму. Покажу вам его. Так, первый. Я, конечно, разошлась с хозиками. Ну, будет оставаться, буду просто так мылить. Так, далее, вторая прилипушечка, также для посуды. Опять щедро. Вот такой вот мылка. И два Фаберлика. Первое у нас, что молочные протеины, мята. И молочные протеины, мята. Второе у нас молочные протеины и кокосовое молочко. Мылка оба абсолютно бесполезные. У них нету ни аромата. Они у меня плакали, они у меня потели. В общем, короче, пойдут они у меня для мытья посуды. Такая будет прилипушечка. Так, третья прилипушечка. Уже у меня будет вот такой вот щедрик. Тот щедрик светленький. Это обычный темный хозяйственный щедрик. И вот таких вот два. Невская косметика. Детская. Это у нас что? Без задушек, без красителей. В общем, два вот таких вот мыла. Третья прилипушечка. И еще одна прилипушечка у меня будет. Также обычный наш щедрик, вкусняшка, обожашка. Ой, обалденный мылок. И два вот таких вот шика детских. Мылка неплохие, пахнут классно. Но ребенок у меня не любит обычное детское белое мыло. В общем, они у меня идут все на посудку пойдут. Вот такой вот. И вот такая вот прилипушечка. Так, 4 прилипушечки у меня и брусочек хендмей, ручной работы для посуды. И также для хозяйственных нужд, для постирушек, застирушек, для мытья рук. В кухню также я беру вот такой вот шик, ромашка. Химозный очень аромат. Брусочек красивый. Очень красивый. Но для душа, для купания мне он не заходит. В общем, он у меня пойдет на хознужды. Также туда пойдет мыловаренные традиции. Вот такой вот. Это у нас что? Это у нас энергия океана. Неплохой аромат, в принципе. Но он вкусненький такой. Ну, основу слышно. Он парфюмированный, больше как, такой парфюмчиком пахнет.
Ну, во-первых, оно у меня помыленное лежит. Желания сейчас брать его в душ у меня нету. Продается оно у нас в свободном доступе. Если захочется мне его купить, я его куплю. В общем, чтобы оно у меня не лежало помыленное и открытое. Тем более мыловаренная традиция не имеет свойства прокаркать. Я его возьму в использование. Также Grand Charm мыловаренные традиции яблочко. Беленький обычный брусочек. Давненько он у меня болтается тоже открытый. В общем, возьму его также в кухонную мыльничку. И Monami у меня переходит с лета. Никак я его тоже не использую. Это мыловаренные традиции яблочко. Вот такой вот красный, розовенький брусочек. Тоже пахнет неплохо. В общем, тоже его возьму в кухонную мыльничку. Так, это хузики. Теперь, что мы возьмем для умывания, для лица. Для лица беру я... Так, это у нас... Видите, не посмотрела, кто у нас производитель. Франция, наверное. Угу. Мылка. Это ручная работа. 100% натуральное веганское мыло с календулой, 75 грамм. В общем, беру его для умывания. Красивый очень брусочек, вот такой вот штампик. Здесь вот такая вот красивая упаковочка. Очень приятно пахнет, пахнет травками, такими вот пряными, прям пряными, пряными травками. Классный аромат, очень вкусный. Также для умывания вот такой вот беру Макшам. Это мыло скраб с семенами расторопши. Не первый раз я использую мылка этого производителя. Это тоже Украина, это тоже мыло ручной работы. Мылка очень качественная. Оно не сушит кожу, оно дает очень классную, густую, обильную пену. В общем, классная мылка. Рекомендую, девчонки, кто с Украины и кто еще не пробовал такое мылка, попробуйте обязательно. Единственное, что мне с тыквой не понравилось, ну, не понравилось как, по качеству оно классное, но там в составе были семечки тыквенные и очень крупного помола. То есть, если бы они были мельче, и можно бы было его использовать как скраб. А так они были крупные. И, в общем, единственное, что это мне они не понравились из-за этих семечек. А так вообще мылка очень классная. И тмин был. Ну, было много мылок этого производителя. Мылка все классные. А, так, опять не посмотрела, чье у нас мыло. А, блин, готовилась, и вот я. В общем, беру вот такой вот мылка также для умывания. Это мылка для очень раздраженной кожи, гипоаллергенная. Также беру его для умывания. Если кто знает, чье оно, девчоночки, напишите, пожалуйста. Вот такая вот я безответственная. Безответственный меломан, что я не посмотрела, чье. Я думаю, наверное, польское. Больше всего, что, наверное, оно польское. Ну да ладно, 90 грамм. Вот такой вот кусочек тоненький. Кремушком пахнет. Пахнет кремом. Пахнет как... немножечко на Нивея. Чем-то похож на Нивея. Как Нивея. Вот так вот будет. Так, далее. Антибактериальная мыльничка. Беру Сейфгард. Свежесть лимона. Желтенькая такая кусточка. Ну, лимончик. Химозненький, порошковый, вкусненький лимончик. Я любитель цитруса. Мне все равно, какой лимон. Химозный, не химозный, апельсин, лимон. Мне все равно, какой. Мне лишь бы пахло оно апельсином или лимоном.
Далее ковекс, антибактериальная мылка, активные протеины. 115 грамм. Это у нас Турция. Вот такой вот. По форме немножечко на долан похож брусочек. Да, он, по-моему, и по структуре по своей на доланчик похож. Вот такой химозненький антибактериальный аромат. Тоже немножечко так на порошочек похоже. Также беру Карекс, антибактериальная мылка. Это у нас Великобритания. Вот такой вот. Беленький. Очень вкусно пахнет. Тоже сладенький кремик и такая парфюмированная душечка. Аромат совсем не антибактериальный. Аромат такой вкусный-вкусный. И беру Dettol Original. Антибактериальная мылка. У многих я уже видела в обзорах эта мылка. Аромат здесь, конечно, ого-го. Кому-то чайным деревом пахнет. Кому-то пахнет звездочкой. Не знаю, мне оно пахнет, честно, средством для унитаза. Ну, вот так вот оно пахнет. Но почему беру в использование? Мылка такое есть. Его произвели, его сделали, дабы не обидеть производителя. В общем, в запасах я его оставлять не хочу. Я его использую. Нравится, не нравится, это ж такое. У каждого свои вкусы. Оно у меня пойдет для мытья пола. Я думаю, что для этих целей оно как раз будет в самый раз. Пенится оно неплохо. Мылка хорошая. Тем более антибактериальная. В общем, уйдет оно у меня на уборку. Детская мыльничка. Детская мыльничка по традиции у нас орифлеймовская. Так, такое берем с миндальным маслом, да, с миндалем. Ну, сказать, что оно пахнет миндалем, я не скажу, прям чтобы миндалем. Ну, такой кремово-цветочный аромат. В принципе, аромат очень даже приятный. Но они тоже классно пенятся. Сейчас у ребенка в августе мы использовали такой океан. Классный. И второй брусочек мы берем. Это у нас зеленый чай и огурец. Вот такой вот таблеточка. Пахнет очень свежий аромат. И зеленый чай здесь есть, я слышу. И огурчик есть. Очень классный такой свежий, приятный такой нежный аромат. Классный. Так, мыльничка для мужа. Берем Palmolive. Массажная мылка. Это любовная любовь моя. Всегда я покупаю. Она у меня всегда есть в запасах. Здесь вот есть крабиночки такие, вкрапления. О, нереально вкусный аромат. Свежий, океанский. Морской, океанский, свежий. Такой прям мужской-мужской. Он реально вот именно мужской аромат. Обалденный. Также берем Патанджали Аквафреш. Оно было у меня в мылении, где я мылила морскую тематику. Это 125 грамм. Это Индия, Аюрведа. Вот такой вот красавчик. Он очень красивый, когда его мылишь. Он прям такой, знаете, глицериновый, как стеклышко. Красивый такой. Очень свежий, очень классный. Тоже такой аромат. Обалденный, прям такой свежий, освежающий для таких активных, для очень активных мужчин. Так, далее. Вот такой берем Adidas. Это Франция. Оно идет как сухой, твердый гель для душа. Вот
амидаз. И здесь вот такой вот. Мужским парфюмом. Свежим, вкусным мужским парфюмом пахнет. Очень вкусный тоже аромат. Так, ну и теперь для души, для тела, для всех, для всего. Прилипушечка. Первая у меня будет вот такая вот. Это Невская косметика банная. Био-мио рицея бергамот. И био-мио лаванда и мандарин. Да? Все они уже практически у меня потеряли аромат. Ну, био-мио здесь мята немножко есть. Лицея и бергамот тоже что-то там есть, какой-то намек на аромат. Банное, ну, практически уже без аромата. В общем, я сделаю такую прилипушечку. И, ну, они классные по пенообразованию, эти мылки. Они тактильно, их приятно мылить, био-мио, они такие как масилка, гладенькие, классные. Если не будет там прям вау и ах аромата, просто помылю, просто понаслаждаюсь, поиграюсь этой прилипушечкой, просто так для себя. Вот такая вот вторая, это Нефис для детей и мыловаренные традиции земляничные. Уже была у меня такая прилипушка. Классная, тоже понравилась. Такой структурной классной полосочки здесь такие глицериновые. Для детей пахнет только основанный физ, ну и немножечко как советская мылка пахнет. Ну а земляничная пахнет очень вкусно земляникой. Очень вкусно. Будет вторая вот такая вот прилипушечка. И третья прилипушечка. Это у меня будет Шик. Слобожанский маловар, лимон, лимон и черника. Потом будет вот такой вот Шик банная. Это тоже уже старикашечка, уже такого не делают, не производят. Он до 26-21 года. Я его тоже мылила уже, эта мылка. Тоже помыленный брусочек болтается. В общем, нужно его использовать. И к ним вот такое вот третье. Это Новакс мыловаренные традиции. Здесь основа шейковская. Ну, немножечко что-то там банного есть. Здесь тоже основа. Но она вот в этих новых шиков, она немножечко как какая-то с табачной, с такими табачными нотками. И здесь химозный апельсин. Ну так, в принципе, попробовала. Вроде бы как аромат получается неплохой. В общем, вот такая прилипушечка. Так, с прилипушками все. Теперь поехали дальше. Планшетик у меня Факс Роза Пион. Один брусочек остался. Ни туда, ни сюда. В общем, я его решила использовать. Пахнет классно, есть кислинка такая пиона, есть аромат розы, неплохой, очень классное тоже пенообразование, пенится классно. В общем, будет у меня в мыльничке. Так, я не знаю, видно, не видно, что-то уже закрывало. Так, есть. Далее. Вот такая вот дурушечка в обзорах покупок в августовских. Это свежесть джунглей. Я когда открыла, это была у меня там экономочка. Я ее открыла, мылка достала, но оно мягкое. Упаковочка прям так плотно-плотно сидит, оно в упаковке. И вот три брусочка хорошо, а четвертый я уже его туда не впихну. И дабы не испортить упаковочку, да, ее не разорвать окончательно. В общем, взяла его в мыльничку. Пахнет оно обалденно. Пахнет, аромат очень классный. В общем, мы его попробуем. Дуру. Дуру — это тоже экономочка, глицеринка. Это то мылка с листьями оливы. Это та дурушечка. Вот там есть вкрапление.
Это дорожка, которая пахнет хвоей. Вот такая вот глицериночка красивая. Ох, ой, обалденно пахнет. Это то, которое... Та оливка, которая пахнет хвоей. Ага, дуру. Алоэ вера. В августовской мыльничке я уже один брусочек использовала. Напишу вам на него свои отзывы. И тоже так же, чтобы не болталась эта уже упаковка с одним брусочком, я его возьму и в сентябрьскую мыльничку. Да, использую. Ой, нереально вкусный аромат. Вообще мыло просто бомба. Это я вам расскажу уже в отзывах на мыльничку. И также туда же цветы вишни. Вот такой вот тоже глицериночка. Один брусочек в августе использовала. И второй возьму на сентябрь тоже, чтобы, ну, чтобы не болталось оно. Так, по одному брусочку болтается. В общем, тоже возьму его в использование. Наверное, уберу вот эти вот упаковки, чтобы места больше было. Просто вот так вот. Раз. Просто вот так вот. Два. Так. Далее. Докса. Intense. Парфюмированная мылка. Интенсивный. Ну, как бы все, да, многие, ну, уже все показывали эти прекрасные, чудесные упаковочки. Вот такие вот нереально красивые. Вот. Ну и само мылка тоже. Это тоже глицериновая мылка. Вот так вот. Очень вкусный аромат. Но здесь тоже вот, больше он мне как бы... Здесь свежий такой аромат. Ну вот, мне он как-то больше похож, честно, на мужской. Не знаю почему, но мне он больше к мужскому. Хотя он женский, но он такой. Довольно-таки парфюмчик насыщенный. Красивый тоже брусочек. Докса огурец. Захотелось мне. Тоже, ну, обычная. Цириночка. Пахнет огурчиком. Не хочу я прощаться с летом. Хочется мне еще лето. В общем, возьму огурец. Так, далее. Дуру. Отбеливающая мылка с отбеливающим эффектом. С оливочкой. Нереально классный. Тоже вкрапление есть. Ой, обалденный аромат. Такой зеленый, свежий, классный очень. Мне он шампунем пахнет. Таким вкусным-вкусным шампунем. Эвиса Босфор. Это все Турцию я вам показываю. Вот такой беленький. Ну, сейчас у меня он практически без аромата. Мне тоже девочки писали, что Эвиса, они теряют свой аромат, когда долго лежат. Долго он у меня лежит. Сухой уже довольно-таки брусочек. И... Но он есть такой парфюмированный у него какой-то аромат. Но мне все-таки кажется, больше он потянул... Вот возле какого-то брусочка он такого яркого лежал. И он все-таки... впитал в себя этот аромат. Ну, размылим, посмотрим. Видно будет, как там. Так, далее. Вот такую вису. Роза. Тоже Турция. Вот эти вот 85 грамм здесь. Вот эти вот линейки, они химозные какие-то такие, даже с пластиковым каким-то таким оттенком, ну, мне заходят. Есть, да, химозность такая немножечко. Он и розы не пахнет. Не скажу, что прям, да, есть, аромат розы есть, присутствует. Но он какой-то вот больше обобщенно-цветочный. Ну,
Не всем они нравятся. Я смотрела обзоры, неоднозначные комментарии. Но, в принципе, ну, мне заходят. Вот клубника мне нравится. Вот Ивису смотрела, девочки, клубника, говорят, химозная, там плохая. Мне клубника их зашла. Виноград вообще бомбезная мылка. Ну, вот попробую еще я и розу. Эвиса Океан, это тоже у меня смыление с морской тематики остался, тоже открытый, помыленный. Ну, что он будет болтаться, возьму его уже, домылю. Ну, не хоснова, похожая. Ну, такой. Есть немножечко химозности, есть немножечко свежести океанской. Ну, в общем. Докса белый жемчуг. Такая вот глицериночка. Это единственная вот мылка с этой серии. Там есть дуновение, да, утреннее дуновение, вечерняя синева или ночная синева. Жемчуг и черный брусочек, не помню, как называется. Черная упаковка. Вот это из всех четырех брусочков, вот этот мне, ну, меньше всего нравится. Ну, тоже не хочу, чтобы оно болталось, если что. Пойдет у меня на постирушки. Докса Океан. Тоже смыление с морского. Вкусный очень. Очень вкусный. Он какой-то даже, знаете, такой фруктово-морской. Классный. Пенится классно. Так. Далее люкс. Люкс это у нас что? Это у нас экзотические цветы и масло. Масло. Какое-то масло. Какое масло? Масло цитруса, по-моему, или что-то такое. Вот такой вот красавчик. Сухой-сухой. Очень вкусный. Такой, знаете, маслами пахнет, цветами, парфюмом. Ой, обалденный аромат. Вкусный, очень классный. Такой вечерний парфюм. Лекси, Индонезия, с экстрактом меда. Это мне Вера присылала по ссылочке. Многих я уже видела и в мылении, и в обзорах, и в отзывах. Все, как-то я его жмутничала. А это решила тоже его использовать, помылить. Захотелось мне. Пахнет сладким медком. Пахнет парфюмированным сладким медком. Так, сколько грамм не сказала, да? А сколько? Грамм, наверное, 100. 100. 100 с хвостиком. Сто сорок. Ничего себе, хвостик. Хвостик хороший. 140 грамм. А, уже и складывать некуда. Ну, будем, значит, вершить. Болгария. Арома. Красные фрукты. Малинка здесь нарисована. Тоже глицериночка. Давно тоже болтается. В общем, хочу я его использовать. Ну, сказать, что оно пахнет ягодами, я не скажу. Аромат какой-то такой противненький. Я не знаю, то ли оно, может быть, состарилось. Но вроде как бы прогорклости и нету таких явных признаков. Но не знаю, мне не нравится. Знаете, чем оно пахнет? Вот я смотрела ТЦАП Эля, и она рассказывала о каком-то мыле, не помню о каком, что оно ей, это мыло, пахнет вот этими стрючками тополя, да, когда тополь осыпается, цветет, и вот эти вот липкие такие вот стрючки падают. Вот, пахнет вот таким вот клеем этим. Размылю, не знаю, посмотрю. Но вот мне пока сейчас пахнет вот этим тополем противным таким.
Ой, извините, что я вас оскорбила. Не обижайтесь. Маловаренные традиции. Тяма, крема, масло, ши. Удачная очень у них эта линеечка. Именно вот в этих упаковочках. Классная. Там мне что не нравится, есть желтенькая с плюмерией. Противный очень аромат. Ну, для меня противный. Может, кому-то он и нравится. Я, ну, как бы свое мнение говорю. И голубое с жемчугом. Оно мне металлом каким-то пахнет. А вот остальные, вот где с маслами, масло ши, масло органа там есть. Ну, там коричневое, синее, черное. Еще не помню какой-то. Вот, вот эта вот линеечка классная. Очень классные ароматы. Приятно очень пахнет кремушком, сладеньким. Основы совсем не слышно. Очень вкусный. Тоже долго я его держала, но все-таки боюсь, что оно прогоркнет, что оно испортится, и решила его все-таки взять в использование. Гранд Шарм, клубника. Вкусно пахнет клубничка, такой вот, ну, такой вот красненький. Очень вкусно пахнет клубника, оно свежее. Даже вот мягкое-мягкое, прям как пластилинчик. Сейчас не вижу, когда оно сделано. Сейчас скажу вам по срокам. Может, потому что оно свежее. Оно так 13.02.24. Вот пока оно свежее, оно очень вкусно пахнет. Нету противной основы. Ну, может, она проявится в мылении. Бывает и такое. Но пока тоже хочу продлить себе лето. Летнее настроение. Возьму я клубничку. Пахнет пока классно. Будем пробовать. Захотелось мне что-то ее. Так, и еще с мыловаренных традиций тоже я делала обзор на эту линеечку. Так, Бразилия, это у нас с ароматом удового дерева и роза. Вот такой вот беленький брусочек. Они с чем-то похожи вот с Тиама крема, та же у них структура мылка. И тоже нету основы, пахнет, ну, розой не пахнет, а вот удовым деревом, сладеньким таким оно пахнет. Очень классный вот этот вот аромат, вкусный. Вот здесь вот мыловаренные традиции делают хорошо. Ну, это на заказ можно. Далее, Ma Provence, я показывала обзор коллекции французского мыла. И тоже нашла вот этот, открыла брусочек, и он у меня прогорк. Это алоэ вера и арбуз. Брусочек прогорклый, он липкий. Вот, и уже есть такие вот пятнышки, как масло выделяется. И он пахнет прогорклостью. Он пахнет, не воняет прям очень сильно, как прогорклое мыло воняет, а просто таким вот старым подсолнечным маслом. И я, когда делала обзор, мне писали девочки сказать дату производства. Я не нашла, девчонки, честно, не нашла. Я пересмотрела все с увеличительным стеклом, всю упаковочку. Не нашла я даты производства. В общем, разочаровашечка моя. Но я попробую его помылить, потому что Ma Provence отличное мыло. Оно тоже очень классно пенится. Оно не сушит кожу. Увлажняет даже, я бы сказала. У них у всех классные ароматы. Но, блин, вот так вот я его проворонила, этот брусочек. Попробую я его помылить. Может, верхний слой и смылится, и дальше будет оно нормальное. Ну, вот так вот я его немножечко потеряла. Далее, Le Petit Marseillais, это у нас ваниль. Тоже брусочек, он срок у него 22-го года. Уже мылка просроченная, и пока оно еще пахнет, пока оно еще не потеряло свой аромат, я его возьму в использование, чтобы опять-таки тоже его не потерять. Очень вкусно пахнет сладкой ванилькой.
Оно, конечно, больше туда на холодное время года, но ну возьму, не знаю. Я мыло набрала много на сентябрь. Если буду его как бы брать в последнюю очередь туда, под конец сентября, если оно у меня останется, перейдет на октябрь. А пока возьму его. Так, еще один француз. Le Petit Olivier, это мед, 250 грамм кусманчик такой, не маленький. По качеству тоже мылка очень классная, уже у меня было, с фисташкой я мылила. Классная, вот такой вот брусочек. Очень натуральный такой, знаете, ну он парфюмированный, но он больше к натуральному, прям очень близко-близко медом пахнет. Сладенький такой медок. Вкусный очень. Классный. Так, француз. Дальше. Давайте у нас теперь пойдет Италия. Флоринда. Коралловая вода. Тоже брусочек остался смыления с морской тематики. Дабы не болтался помыленный, открытый. В общем, беру его. Обалденный аромат. Он больше как пахнет, как, знаете, вот франжипаном, но... Ой, даже не франжипан, а... Забыла вот этот вот кактус. Кактус, как же он называется? Забыла, но такой свежий цветочно-морской аромат. Очень вкусный. Такой прям яркий-яркий. Дальше. Айтинера. Это у меня яблочко. Мылила я томат и базилик. Было в использовании. Обалденный аромат. Вот заявлено томат и базилик. Вот он и пахнет томатом. Здесь заявлено яблоко. Ой, как оно вкусно пахнет. Ой, обалденный аромат. Тут пахнет яблочком. Яблочко и такой какой-то, то ли корица. Вот что-то есть, какая-то здесь специя. Сейчас я посмотрю в этом. Лимонная кислота. Экстракт плодов цитрусового лимона. Ну, не написано, что здесь корица. Экстракт винограда. Яблоко. В общем, корицы здесь в составе нету, но мне оно... Но пахнет не только яблочком. Есть какая-то вот такая, как... Ну, как коричка немножечко. Вот какая-то такая вкусная-вкусная специя. Так. Фельча азура. Белый мускус. Беленький. Ох, классный аромат. Такой... Обалденно, вот мускусом он пахнет. Ну, такой тоже больше на холодное время года, но ну, захотелось мне тоже. Я сначала как бы собрала мыльничку, собрала, все, сложила все в пакет, хожу, хожу, хоп, кинула новая мылка. Опять мне захотелось другое мылка, еще одну докинула. Ну, в общем, короче, собирала ее 2 дня. Бросала, бросала, бросала туда все. Тоже как же, как и как я говорила уже, как и ванильку, ну, буду откладывать туда под конец. Ну, а там и посмотрим. Захотелось мне взять Нести Данте черное мыло. Вот такого тоже красавца. 250 грамм. Вот такой вот тоже красунчик. Но здесь тоже больше мужской аромат, мужского парфюма.
Но этот пойдет в первую очередь. В первый же день возьму. Сегодня же. Потому что он действительно офигенный аромат. Я еще коллекцию Нести Данте. У меня вся коллекция есть. Я все никак тоже не соберусь ее отснять. Но у меня два таких. У меня повторочка. Так что, в принципе, я свободно могу брать это мылка. Все равно в коллекции у меня есть. Там их четыре. Золотое, серебряное, конопля и вот черное. Все равно покажу. В общем, задвоенное. Так что без зазрения совести я его беру. Греция. Папудзанис. Караваки. Классическая мылка марсельская. Тоже обалденный аромат. Было уже в использовании. Офигенная пена. Просто пена классная. Мне оно пахнет кремовая основа. Вот такая вот сладенькая. И такой приятный аромат. Но травы какие-то прованские. Ну, ой, что-то такое. С ромашкой желтенькая упаковочка. И вот такой. Их два в этой линеечке. И то мне нравится. Это уже я... Повторяю, я уже использовала, я уже пользовалась, и это я уже повторно беру, потому что, ну, реально мыло классное, очень вкусное. Германия Сиди, это у нас свежий бриз морское, тоже смыление с морского, помыленный, болтается. В общем, решила его я использовать. Пахнет классический морской свежий аромат. Такой, ну, пена классная. Это Германия, у них все классные мылки. Джонсонс Вита Рич, это у нас какао, масло какао. Это Эмираты, 125 грамм. Старичок-старичок, до 19-го года он у меня. Срок годности в 22-м истек. Мыло пока еще пахнет неплохо, пахнет. Но здесь основа джонсонская такая вот кремовая, сладенькая. И есть аромат какао. В общем, я его беру, чтобы и этот брусочек мне не потерять. Лучше я его использую, лучше я понаслаждаюсь, и чем я потом буду себя корить за то, что я эта мылка упустила. Таиланд детокс кофе. Вот такой вот. Так, я его в обзорах показывала, но не распечатывала, не открывала. Вот мне тоже самой интересно посмотреть, какой там брусочек. Ой, очень красивый, смотрите, какой. Прелесть. И есть там такие вот вкрапления. Он коричневый. И есть такие вот черненькие. Вот такие вот кофейные вкрапления. Ну, наверное, молотый кофе обычный. Обалденно пахнет кофе. Обалденно пахнет молотым свежим кофе. Ой, классный. Вкусный аромат. Интересно тоже попробовать его. И Джуна, это у нас Корея, это у нас специи, мыло со специями. Не знаю, как его показывать, так или так. У этих мылок, у них у всех одинаковая основа, вот такая, как отвар, как отвар. Мне, знаете, он похож. Мне он похож на отвар трав, то ли череды, то ли ромашки. Вот бывает, там делаешь какие-нибудь компрессы, да, или примочки там в косметических целях, или там ребеночка нужно искупать, там какие там кожные проблемы. И вот когда заваришь череду и ромашку, и календулу, вот, ну, я такие делаю в ванночке, например, ребенка там аллергия или что-то, вот нужно там его попарить. Я делаю один к одному, ромашка, календула и череда. Завариваю такие травки. И вот у них основа, у всех вот в этих джуна,
Абсолютно у всех мыло, то ли с ягодами, то ли там зеленый чай, то ли там, ну я не знаю, только с муцином улитки он более-менее там отдушечка другая. А у всех основа одна и та же, вот этих вот отвар травок. И, ну сказать, что специи здесь, не знаю, специи отчетливо я не слышу, есть что-то такое отдаленно, но... Ну, мне оно пахнет этим травяным отваром, и, в принципе, меня этот аромат устраивает. Мне он заходит, мне он нравится. Я как бы отношусь к нему без проблем. Вот такая вот у меня мыльничка будет в сентябре. Будем пользоваться и будем вам рассказывать, что, как. И зачем? Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за обратную связь. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Всех люблю.